Вот. Вот присядь, короче, и в щелку посмотри. Ну вижу, вижу, что есть. Может, в гараже поставили. Хотя вряд ли в гараже. Ну надо по дверям посмотреть, по дверям. Вот дверь есть, в гараж есть дверь. Возможно, вот тут. Видишь, вот тут дверь. Вот тут вот дверь. Тут гараж, правильно? Возможно, за той дверью тотем. Это, блядь, нам должно крупно повезти. Тут тотем. Виталь, а ты смотрел? Ладно. Короче, ставим сюда, да? Тыкни точно копьем, где? Так вот. Ну давай. Так? Пойдет. Ну давай, руби. Так, у меня объяснил все нахуй, сбили с настройки. Буферка, сука. Второй этаж он, да. А ну-ка, дайте я попробую зайти. Давай, Виталь, я сейчас ложу в ящик в этот сишку. Ты берешь ее, да? Точно там? Может, все-таки в этом углу? Может, тут? Там. Ставь. Ну давай, давай, все. Ставь, если что, тупо на дверь. И сваливай. Можно я позырю? Херень, Виталь как дом. Ого. Тебя зашкварило, да? Теперь залазить надо как-то туда, понимаешь? Блин. Не получается, Виталь, прикинь. Сейчас батя в здание будет врываться. I need to eat. О, у меня получилось. Тотем тут, да. Все, Андрон, я открою. Тут даже, тут канга есть, Виталь. Не, стоп. Стоять, сука, выйди. Виталя ждем. Изи. Рейдик. Куда ты шмонаешь, петушара, блядь? Я не шмонаю, смотрю. Детончик есть, окупились, лизи. Ну все, можно сносить. Я помню, или... детонатор. Ладно. Пошли, Витал, я с тобой рядышком буду крутиться. Да, надеюсь, там две сишки хватит. Все, сихи скрафтил, сейчас собираемся, да? Андрей, ты там что, тачку отогнал? Идти дальше, едьте дальше, тормози, едьте дальше. Виталь, ты где там? Я бегу. Слышишь, низко это. Должно быть куча деревьев. Нам как раз... А там одно делать? Там два было.
Сейчас глянешь. Два тела до сих пор. Это была лавочка. Это парахитно построено. Сейчас мы на крышу вылезем, посмотрим. А ну-ка, перекреститься. Давай, залетай. Вон, да вот а отсюда, вон, отсюда. Отойди, ёб, вон откуда стоишь. Ну, на нале, да. Придется реглянуть. На нале, да? Так, ну у меня ресыка. Да-да-да. Хотят рейдить? Походу. А как они узнали, слышишь? Это он разведал тут. Там хаты, не? Под хатой один. Их четверо. Слышь, у нас ни патронов, ни хрена. Давай, кто шкварит? Помните? Я, да? Ну, ближе к дереву, наверное. Ну, как хочешь, давай. А ну, там никто не продается к нам. Чёрт. Лепи. Ну давайте, надеюсь, все получится. Заряжай. Алярма. Смотри, буферка была. Есть, есть, капсула. Отлично. А ныряю. Давайте. О, инфы, все инфы. Ого, я куча. Батик, тут еще один тотем, смотри. О, они как лошки. Угадали. Лошки. Лошочки. Сейчас теперь давайте не спешить. Давайте теперь именно обдуманно действовать. А это нельзя открывать. Ну сейчас, подожди, я посмотрю. Вот, тут есть две двери. I need eight. Одна так, вторая туда. Просто ты выкупаешься, мы теперь залезем, но не выйдем. Ну да, да. Давайте пробуем. Я не вижу других вариантов. Стену взрывать не вариант вообще. Так мы можем хоть до двух тотемов добраться. Тотем, скорее всего, где-то, видишь, не зря тут деревом накрыли. Где-то тут тотем. Тут две двери. Я могу под пол. Давай вот сюда. Блять, ты сможешь, можешь ее не завести потом, понимаешь? Мы можем потом. Мы можем потом просто не залезть под этот пол. Если там как-то не так взорвется. Тыкай куда? Да вот тут став. Да, Андрон, согласен? Она как раз над двумя дверями. Заводи. Ну блин, надеюсь. Тут система взрывов тупая. Вот. Тотем, тотем. О, слава богу. О. Детоны надо, блин. Детон, два детона, пацаны, yes. Изи, блин. Осипитесь, скорбный блин, стали, блин. Расходитесь. О. Власть, угадали. И видишь, эта дверь, про какую я говорил, до второго тотема, она была открыта. Пустой дверной проем. Лежи. А ну показывай. Уёбки, сука. Добрались до урода. Все тотемы наши. Вот эти гуси, вот гуси. Все тотемы наши. Мы тупо все зарядили. Это мы их подорвали.
Нормально, пацаны. Четко, вообще четко, да, именно как пусто. Это машина и квадрик там. Машина и квадрик, и два квадрика. Да, и костер. Поехали.